Теперь о том, что происходит в мире. В Турции завершается подсчет голосов на выборах президента страны. По итогам обработки ни один из кандидатов не набрал пороговых 50%, необходимых для победы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган все еще лидирует. У него 49,49%. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу отстает лишь на 5% с результатом 44,92%. Согласно законодательству Турции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает больше половины голосов, исход всей электоральной гонки будет решаться во втором туре. По сообщению государственного информагентства Турции Анадолу, второй тур голосования назначен на 28 мая. Оба конкурента уже выразили уверенность в своей победе после второго тура голосования. Кандидаты отметили рекордный уровень явки на выборах.